Ну так вот, ребятки, вместо того, чтобы снимать соревнования по дрифтингу, меня немножко достало, когда наш российский язык курочат. Понимаете, дрифтинг, рафтинг и все остальное. Ну, рафтинг, в принципе, понятно, это водный вид туризма. На плотах справляются. Ну, что тут нового нет? Дрифтинг. Объясняю, что такое дрифтинг. Это управляемый занос. Что, по-русски нельзя было соревнования назвать? Вот. Но гоблины устроили. Гоблины в смысле того, что, я понимаю, праздник надо делать для людей. А 200 рублей за вход, это вот по-гоблински. Поэтому, ну, не увидите вы машинки боком ездящие, тем более, что, ну, какие там машинки? Ну, RX-7. А с другой стороны, RX-7 хорошая машина, но Nissan Skyline еще лучше в 33-м кузове, а он у меня есть. И если бы меня, допустим, пригласили поучаствовать, я бы покатался. А с другой стороны, я уже и катался, и самому мне это уже не интересно. А если вам интересно, то залазьте на интернет, на YouTube, вбивайте челейки Nissan Skyline R33 RB25 DET. Это моя машина. Хотя вы про это все знаете уже. Вот. Прикрою немножко окошечко, то микрофончик задувает. Вот вместо этого меня попросил братишка продать его автомобиль. А я это делаю с удовольствием. Показываю вам автомобиль, про который информации вы никакой не узнаете. Потому что вот столько информации про Toyota Probox. А я залез в Википедию. И в Википедии вы тоже даже на английском языке эту информацию не узнаете. Вот. Залез я на японскую страничку. Как я это сделал, я вам потом расскажу. И узнал про эту машину. Ну, во-первых, редкий автомобиль в одном кузове ездит 10 лет. То есть это символ того, что машина сделана качественно и добротно. По очень интересному японскому принципу. Чем проще, тем надежнее. Так вот, в 2002 году решено было сделать взамен Toyota Corolla One машинку, которая могла бы решить очень много проблем в качестве небольшого грузовика в том числе. Потому что этот автомобиль может перевозить до 1100 кг грузов, если что. Вот так вот, машиночка такая, Toyota Probox. С 2002 года машина не потерпела никаких серьезных изменений. Единственное, что менялось, это ручные регулировки фар, ну, потому что чем проще, тем надежнее. Вот, поставили электрические стеклопакеты, вот, ну, в общем-то, и все, больше ничего здесь не делалось. А, ну да, и задние стекла сделаны, тонированы были, вот, этим мой мелкий, нравится ему такая машинка. Машина вышла, и машина сразу удивила всех буквально. Ну, во-первых, тем, что этот автомобиль очень надежен, даже мега надежен. Его сразу же хлопнули, по японским 6 звездочкам он заработал 5. Это не ваши европейские, это их не японские. Вот. Что касается двигателей, вот здесь стоит 1.5, 109 лошадиных сил. Но есть вариант поэкономичнее, двигатель 1.3, а есть вариант такой, мускулистый. Правда, там вообще деревянный автомобиль, то есть ничего нету, дизельный. Вот. Все двигатели заработали максимальную оценку в отношении экологичность и экономичность. Вот так вот. Вот такая машинка. При этом сделаны были определенные конструкционные изменения. В отличие от той Corolla One, здесь, значит, поставили в случае с задней балкой амортизаторы под уклон, то есть увеличили багажный отсек. Еще раз напоминаю, 1100 кг. Я тут недавно, не далее как год назад, ремонт проводил. Так вот, в 11-ю машинку я запихал 1,5 тонны. Это нормально, это как раз для тех, кто понимает, что такая машина. Вот. Но вариант полностью, вот такой грузовой, это все-таки, ну, немножко утилитарный. И на рыбалку можно съездить, и подвеска здесь повыше чуть-чуть. Это все потому, что человек постарался. Приподнял машинку еще и колесики поставил побольше, есть такая возможность. Ну, в принципе, в эту машину ничего делать уже больше не надо. Так вот, в тот вариант, где дизель стоит, там вообще торсионы поставили, танк получился. Вот. Теперь про то, ребятки, что нас ждет. И я бы никогда не посоветовал вам сейчас покупать крузер 200-ку, не посоветовал бы вам покупать, естественно, Камри. Тут одна большая проблемка. Во-первых, машин с такой надежностью, как Probox, уже и не осталось.
Во-вторых, машин из железа сейчас тоже не осталось. Сейчас машины из пластика. Я тут снимал офис и видел, как тащили двухсотки. Блин, вообще смешная машина. Просто люди, видать, еще теми нравами живут и думают, что машины у них, ну, серьезные. Машины не серьезные, мягко говоря, просто идиотские. Вот. Что касается того, что нас ждет, это вы должны знать, ребят. Потому что вы же телевизор глупый смотрите, а вот вам умный телевизор. Так вот, умный телевизор вам говорит, что на доллар 38 рублей не остановимся, скорее всего, будет веселее. Вот. Поэтому покупать машины импортные — это, ну, как сказать, дурдом легкий, понимаете? Вот покупать сейчас машины отечественные, ну, кстати, по цене вопроса, эта машина стоит не сильно дороже, чем отечественная машина, ну, к примеру, Приора или Калина. Кстати, она стоит дешевле. Я тут заехал, посмотрел, удивился. Вот это да. То есть, ребята, если вы хотите все-таки дожить до того момента, когда мы добрые и счастливо пересядем на электрические автомобили. Опять же, я вам скажу, что в Америке начали с продажи Ford Focus Electra. То вам необходима машина надежная, недорогая. И вам не надо гоняться за Toyota Cruiser, вам надо гоняться за Toyota Probox. Вот эта машина. Для двигателя в 1.5 машина может стартовать с третьей. Этот автомобиль на механке. И еще немножко из истории. Дело в том, что автомобиль Toyota Probox, Toyota не выпускает. Эту машину выпускает компания Daihatsu. Ну, это, наверное, собственность компании Toyota. А Daihatsu — это профессионал в области малотоннажных грузовичков. Ну, естественно, Probox. Это тоже. Probox — единственный автомобиль, вот, из чисто японского сегмента, который выпускается и в левом руле. Вот только из Бразилии и Уругвая его тащить тяжеловато. Естественно, Бразилия и Уругвай тоже страны, ну, не самые богатые, поэтому что касается запчастей. Если кто-то вас будет лечить, что запчасти стоят на пробах дорого, сразу враговой отсек. Вот. Вообще, меня эти фирмы, которые запчасти поставляют, удивляют. А что касается того, что из этого автомобиля можно отжать, потому что у меня есть выход на один дивный японский сайт. Я посмотрел тюнинга, во! То есть машина может и полетать, тем более на механке. Что касается состояния, сейчас будет самое интересное. Машина, когда привозилась из Японии, у нее было 5 баллов. И салон не прожженный. Я просто знаю моего братишку. Теперь я ему доверю другие автомобили. А теперь к этим 5 баллам прибавилось. А. Жидкий пластик. Машина покрыта мистер Кэпом. Б. Машина в тюнинге. Она вылизана вообще. Даже дободаться сложно до чего-то. То есть вы вряд ли машину найдете из Японии, которая находится в состоянии лучшем, чем она на паром заходила. Понятно, да? Как найти этот автомобиль? Телефончик я, естественно, укажу. Если что-то не успели, то в интернете, я думаю, вобьете Toyota Probox и более детальный весь мой обзор посмотрите еще раз. В завершении еще раз напомню, что времена предстоят трудные, времена предстоят очень тяжелые. И это будет не 18 лет, как нам прогнозирует правительство. То есть вместо кривых понтов, реально кривых, необходимо, ну, вот взять настоящий автомобиль, который не будет бить вам по карману, будет возить вас долго и упорно, будет при этом комфортным. Вот. И будет таким же надежным, как Toyota Probox. Так что вот на такую машину и ставят вот этого бычка, как на тот автомобиль, который был легендой, но стал ничем. Это я про Cruiser. Была легендарная машина, 70-ка, 80-ка, стала трейлер на колесах. А Probox — это Probox.